Всем привет, с вами канал Статус Задрот, и сегодня у нас самый быстрый гайд на Бренда. Ебать, как я люблю Бренда. И вот второй скилл, из пучин пуканов стол пламени, если вражина уже горит, то вы вносите больше урона. Третий скилл, вспышка, если вражина уже горит, то за компанию будут гореть и окружающие. Первый скилл в игре, это огненный шар, который оглушает, ну вы поняли, если вражина уже горит. Ульта, это игра вышибалы, которая наглухо стирает преимущество, если враг не один. Пассивка поджог, нет, вы не будете половить кнопки в лифте. Поджигая вражин, уложитесь в 4 секунды, или придется начать по новой. Быстро апаем шестерку, и все, мы не боимся ничего. Враг выебан в секунды, его пердак теперь источник возгорания. Каждый раз, когда он будет видеть эти шрамы, он будет помнить о тебе. Бранд настолько суров, что не признает, когда другие ходят вместе, и сразу же ультует. Ты тоже делай так, а если кто и выживет, покажи ему свой рассказ. Что же собирать? Скипетр на заморозку, книжку на КД и шапку. Быстро! Иногда. Да кому я вру всегда? Твои союзники бывают слишком пиздато тупы, и тебе приходится танчить. Просто будь готов к этому! И запомни, не повторяй моих ошибок. Хочешь трибл, квадру, пенту, не спасай тупых союзников. Вот тебе пиздатые таланты и охуенный рун. Поздравляю, ты превосходный Бренд. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.